Хорошая новость для жителей Славянска. С 1 ноября уличное освещение в городе будут включать по новому графику. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель военно-гражданской администрации Вадим Лях. По освещению важный для нас, значит, почему? Потому что обращается сейчас много людей ко мне лично о том, чтобы утром у нас уже, понятно, будет перевод часов. Соответственно, с 1 числа, с 1 ноября с 5 до 6 будет включаться освещение, чтобы люди могли, которые рано выходят на работу, значит, спокойно и по освещенным улицам выходить из домов. То есть ночной график останется точно так же до 12 и добавим еще один час утренний. Теперь... По освещению у меня вопрос. Отключили освещение на поселке Массажир. Там в связи с работами, наверное, люди вот интересуются, спрашивают, насколько. Значит, по всей видимости, я сейчас не готов вам сказать, потому что у меня на последние недели, дней 10, довольно-таки часто проходят сигналы о том, что, ну, к примеру, там даже микрорайон Артема было, Варшава отключалась. Поэтому я сегодня выясню. По ремонтной работе действительно ведутся, возможно, это с этим связано, но, скажем так, окончены они будут на этой неделе. Имеется в виду по мосту, связанный с мостом.